Всем привет, если вы угадаете, где я нахожусь, приз. Но вы вряд ли это сделаете, поэтому мы лучше откроем дверь, и я вам покажу все, как оно есть на самом деле. Ага. Вот так вот. Hello. Sorry. В общем, это дом на колесах. Не просто дом, а вообще люкс. Люкс-дом. Это вот такая типа гостиная здесь. И это на все на базе огромного автобуса сделано. Сейчас я покажу. И посмотрите, я так понимаю, здесь это типа либо экипаж, либо гости. О, это еще полноценный холодильник. Представляете, кухня, холодильник. Короче, это смотрите. И это спальная комната. Производитель и покупатель домов на колесах. Обратите внимание на эту просто потрясающую красоту, которая в этом мире есть. И как можно шикарно отдыхать и в это время же перемещаться по дорогам, там, не знаю, России, США, какой угодно страны, которая подразумевает большие расстояния между городами. И даже материалы подобраны под грамотно, то есть не кажется, что это прям такое дешевое, что это реально очень все круто выглядит. Открывается, тут сейфы стоят, раковина, течет вода, все вообще круто. Я напоминаю, что это автобус. Это автобус, и мы сейчас посмотрим, когда большой чувак пройдет, которому худеть пора. И... А это вот получается постель для гостей. Наш популярностью пользуется. Thank you too. Bye bye. И смотрите, где это все находится. Это все просто огромный автобус, огромный автобус. И даже зона барбекю есть, можно приехать. Более того, можно вот такой тент вытащить. И получается, сидишь в тени, жаришь шашлык какой-нибудь и отдыхаешь. Остановившись где-нибудь, проехав там пару тысяч километров, в абсолютном комфорте, потому что реально вы же видели, что такое внутри этот автобус. Это просто такой номер, люкс какого-то отеля. И не забывайте, вы в этом люксе комфортно едете со скоростью 100-120 км в час по дорогам США. Вот так вот это все выглядит. Называется Ghost Luxury Motor Cars.